момент, да? Короче, да, рассказываю про снег. Ладно, я не буду на этом заострять внимание. Рассказываю историю про что произошло. Я сегодня просыпаюсь. А, такой, какое замечательное утро. Достаю телефон, смотрю новости. Бестарс здесь? Да. Отлично. Достаю, смотрю новости, и там пишут, что в Москве выпали осадки, какие-то рекордные осадки, которые в последний раз в Москве были, типа, в 74-м году или около того. Я такой, нифига себе, в Москве снега много. Потом вспоминают, что я, благо, Агера подписан. Понимаю, ну а что он себя переименовал в Дискорде? Считай, ты переименовывался. Короче, думаю, как прикольно, осадки. Потом я понимаю то, что я... What the fuck? Матвей, меня в ДС, а вот на кой черт ты меня таргетишь, чукча? Вы можете войти, как только на одном сервере закончится игра. А, понимаю, мы все забили эти, как слоты, да? Думаю, я же живу недалеко от Москвы. Думаю, интересно, какой у меня снегопад на улице. А потом такой, стоп, а что если я забыл закрыть на балконе окно? И что вы думаете? Я выхожу на балкончик, а там... Ну, хотя, давайте я вам сейчас попробую как-нибудь это продемонстрировать. Не уверен, что у меня это получится, потому что там темно. Давайте я попробую сделать фотку со вспышкой, выйти на балкон и показать им, что происходит сейчас на балконе. Все увидите, но... Короче, вот так. Вот там пятнышки — это мои следы. А в целом там все в снегу. Абсолютно все в снегу. Какие дела? Да, понимаю. Так, ладно, давайте вернемся в Skywars, в конце концов. Понятия не имею, на самом деле, почему я постоянно забывал закрывать там окно. Почему меня... Миша, объясни, пожалуйста.